А ты говоришь про певицу какую-то. Лизо, Лизо. Лизо что? Этой машине. Радио урубил. 20 пулемет. Да, могу урубить. Ебаный урод! Куда мы падаем, блядь? Я не понимаю. Окей. Жалко от третьего лица не мог. Блядь, пиздец какой-то. Блядь, мы на ответственной стене только что были. Я не мог подняться по ней, к сожалению. Но сейчас попробую внутрь заехать. Побибикай. Ебать, русский мясник, бля. Нихуя себе. Пиздец. Ну даешь, больше Эрик, даешь. Да. Вот, наш чел совапой проебался. А блять, ну ты. Ну бро. Ну пиздец. Свой. А вапа есть? Да ты куда вылез, блядь? Какого хуя? Сука, ну вы ебал. Я его убил, блядь. Скорее всего, она хочет полностью ее заменить, нет? Наверное. Sorry, I was just trying to level up. Fine, it's great. Ну, ему пальцы в очко пихали. Ха. Ух ты ж, блядь. Опа, Никит, ну, о, ну ладно, так уж и быть, бро, так уж и быть. Перемотай, да. Ну, я видел. Можно слоумо поставить? Че? Ну, пиздец. Ну ладно, так уж и быть. Давай, замедленный. Ща. Все видели? В чем проблема? Не, никто не видел. Никит, кто видел? Что было? А что вы? Чё? А вот воспроизведение, скорость. Во. Говне. О, отлично. Да какой палец в говне, бро? Ты не на те вещи смотришь. Да, смотри. Вот сейчас, готовься. О! Там вареник видно даже, если присмотреться. Да. Ну все, а кто говорил, что сезон говно, я не понимаю. Нет, сезон только что в моих глазах вырос. Да. Очевидно, топ. Нужно, мне кажется, еще раз посмотреть на палец. Сука. Блядь, что меня там VLC просит Wi-Fi? Там... Да вроде нихуя. О! А что это за звук? А, нет, это не меня. Три секунды и все, он дальше не идет, ребят. У меня написано, что должен уже корабль прилететь, что у меня 0-0 секунд. Да, три секунд, а у меня написано 0-3 секунды. А, это меня ждало просто, видимо. Я корабль не вижу. Блядь, что за хуйня? Что-то... Блядь, что такое? Почему, ребят, уходите нахуй? Я улетаю, ребят. А где самолет? Вот прям. Нет самолета. Ой, я запрыгнул. У меня тут эта вышка ебаная. Оп. Куда? Давай. Ну, блядь, откройся, сука. О, я зашел. Я буду дома. Вовремя. Я зашел. Он заспавнился просто у меня. У меня тоже, да. Ну что, эта хуйня даст нам выйти из этой игры, блядь. Что происходит? Я упал из этой хуйни. Я выпал, блядь. У меня он под землю ушел, у вас тоже, ребят? У меня начал уже под землю. Я выпал! Да? У меня как... Не, ой, зиклик лэфт, самолет... наконец-то. Я могу управлять, да, выпал. Охуенно. У меня липучка есть. У меня есть связка динамитных шашек. Большая? Давай, кинь в него, блядь. Не, обычно, это... Давай. Цып. Как раз на липучку, мужик, давай. Поржать. Сэр, да, сэр. Да. Есть, сэр. Есть, да, сэр. Сэр, да, сэр.
Твой папаша пидор рассказывал тебе про армию? Ребят, а ну-ка догадайтесь. Вот, у вас получится угадать, где запись, да, где саундборд, а где я? Давай. Давайте начнем. Сэр, да, сэр! Вторая. Сэр, да, сэр! По-моему, оба ты говорил. Вот, правильно, кстати. Ну, на всякий случай, сейчас давай я в этот раз включу. В этот раз я включу этот саундбат, я тебя давай, проверял просто. Давай, давай. Сэр, да, сэр! А, ну вот это Джилленхол, да, это я уже понял. Сэр, да, сэр! Ну да, ну ты правильно, да, первый это был Джилленхол, да, я на самом деле, да. Блин. Даня, на какой машине мы сегодня возвращались? На такси. Охуеть! Марка. Бля. Я просто в этих китайских штуковинах не разбираюсь. Типа там, что там ожирение, диабет. Да, 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 да. А там типа. А, ну да. Там есть несколько препаратов, которые вот так вот работают. Один от диабета, один там еще от чего-то, второй для животных. Третий. Блин, я. Я сначала, когда в Википедии увидел формулу вещества, такой, ебать, это что, сами синтезируют? Потом посмотрел, это все-таки пептид. И у меня там все окей. Бля, кайф. Эрик, это с геймпадом? Да-да-да. Вообще, подожди, сейчас вот, стой, нажми на квадрат. Сейчас, посмотри, квадрат, ничего не происходит? На квадрат у меня x, ничего не происходит, это ускорение. Ну, а, ну, а если тогда на x нажать, который снизу? Как же легко, как же, блядь, легко. Козёл, изи, изи, изи для папи, изи. Хорошая, очень хорошо поставлено. Чуточку картавит, но уже не так. Но, типа, респект и уважуха ему. Я, у меня даже фокус. Ты это что ли, новый русский, блядь, с 90-х, респект уважуха? У меня даже фотка где-то с ним есть. Бля, Олег, ебать я, сука, стелс оперейшнс, блядь. Я, короче, заспавнился, ну, типа, в пизде какой-то, залезаю к врагам в тыл, и пока они там отстреливаются на балконе, я раз одному в спину горло перерезал, второму, и сейчас третьему, блядь, на нахуй. Ну, нихуя. Ты магия уж, конечно. Я вообще... Реально стал. Вот сейчас еще одного, четвертого ебану. В милишку, все в милишку, все в милишку. На нахуй, хуя! Ну я вообще, блин, реально. Хуй. Я сейчас раздражу нашего пацана. Блять! Андреев, спина в спине! Это скилл. Флешка за счет заведения. Это был скилл. Мы тут на войне? Я не люблю это. Ну заебись, на мне ион, блядь, и монарх. Какая война? Это ребята, можете, можете помочь мне тут, я с легионом хуй дрочу? Вражеским. Да ебаться в телевизор. Шел уже 30-й год специальной военной операции. Крым все еще, слава богу, знаешь. Да, мы разработали специальные экзос-костюмы. Чтобы захватить Крым через... планету Альфа X3. О, да. Чтобы взять Киев за 3 дня. Блядь, да сука. Да пошел ты нахуй, блядь. Ребят, вы сейчас, может, охуеете, но мы сейчас... Это битва под Житомиром, вообще. Да. Ёбаный насос, блядь. Блядь. Изучить премию. Да иди нахуй. Как мне выйти из этого меню, блядь? Блядь, я не хочу изучать премиум. Окей, изучить премиум. Ну все, дайте выйти нахуй.
пиздец, блядь, ты пока... Ты из этого меню не выйдешь, если не нажмешь кнопку изучить премиум, блядь. Блядь, даже запишу. По солдатам она и что же будет помогать тебе? Ну, она там вообще писет, блядь. Блин, как мне жалко этого чела, который постоянно Ронина призывает, блядь, на этом, на быстрой высадке и все время умирает, блядь. Там сквонч, ребят. Да, я в него уже хуярю. О, не только он. Там еще один монарх. Еще один стан, ну все, пиздаем. Все, Эрик, у меня уже, блядь, третий уровень, не, второй уровень. Точнее, это, по-моему, второе ядро. В смысле, там два ядра можно копить? Ну, монарха же, типа, его ульта, типа, левелап ему дает, как бы. И вот там вот три раза, если левелапнуться, у тебя максимальный уровень. Разгибатор. Бля, ну они просто так вот на нас идут. У меня ульта вообще. У меня уже третий уровень, все, блядь. Пиздец, я лазером добил. Ну это пиздец какой-то, это не игра, блядь. Я не знаю, что это такое. Лох, я вижу. Так, цель захвачена. Сейчас вот я тебе поеду туда, где враги. Вот там вот спереди. Опа, а вот слева, видишь? Смотри. Нет, не вижу. Ну ты что, слепой что ли, блядь? Ну как сюда пролез? Сука! Как эта хуйня раскрутит? Да блядь! Ай, сука! Ну наконец-то, блядь! Играет. Ну вот так это делается. Да куда ты летишь, блядь? Да сука, ну туда, блядь, ну вот же, да. Ну блядь, полети к нему, сука. Этот ЕБЛС ебаный, мы его так и не нашли. Мне кажется, его ебали, да. Стелс войска. О, это снопа? Давай, может, ну да, браво 1, а потом браво 2, 3, пойдем так. Чина Б1, или? Он лежит, он жив пока еще, умер. I'm the ебанутый Джокер? Блять, у меня наушники сели, сука. Что, блять? Ну я ебать. Ну там только вырезки, я так понял, да? Ребята, у меня слева здесь еще вырез. Он прям там сидел в этой дырке. Вон он, ты видел голову? Вот! Ебать. Та, еще один чел на крыше. Один ты на ебать, крыше, один там чел. Слева вдалеке. В Армении сейчас будем. Я так понимаю, мы сейчас на танках будем ездить? А, заебись. Охуенно поиграли. Спасибо, блядь. Заебись, блядь.
казнить. Да. Я типа я эвакуировался, а у меня потолок над головой, думаю, ну все, мне смерть. Я на него приземляюсь, а тут бац. Что? Бля, эту машину неужели не дамажит? Кто нас сейчас так подбил? Это я вот сейчас не знаю, но я вышел. А я, смотри, если... Эрик. Я по машине. Он хотел бы. Victoria here is a superhero. Thanks for the compliment. Like, I think the truth is, we all want to be heroes, but I'm not looking. Не останавливаюсь. Даже не. Нихуя я вовремя подстрелил, блядь. Он ее в ухо подстрелил. А можете объяснить, что это все так Бургер Кинг хейтят? Что за мемы, то, что Бургер Кинг говна? О, ой, Джо. Сандро, по-моему, это тебе написали. Предположительно. Вызвали Ктулху. Я ее написал ему не идет. Блять, это что нахуй? Никита, что это? Что с тобой нахуй? Как он успел? Из него сатана вылезает, и мы сидим ровно. Это пиздец какой-то. Я не уйду, братва. Придем. Все, пиздец, там у козла вообще разъебочка пошла. Свое слово. Ебашить. Уебков на горах. Здесь мы сейчас не примем. Это такое охуенное, если честно. Ловите пиздики, блять. Давай, блин. Андрейдян, жить? Сука, какой я же Рэмбо, бля. Так, шоколадно. Булка одиночная. Мне нравится, что тут написано, что этот третий акт 39 июня выйдет. Рофлс, мемчик. Реально, я сдохся, да? Ну а чё? Вадим физически умирает сейчас, блядь. Бля, я говорю, я сейчас две недели не курю, блядь, у меня прошел, сука, кашель. Я так я рад. Я заметил, слышу. Блядь, да. Ну, не, сейчас я чаем подавился. Все, пришло время убивать. Ой, легион прям, да? Два легиона? Ну, стреляйте, пацаны, я не против. Ну в кого? Ладно, давай в тебя. Просто на нахуй. Я половину хп сейчас одному из легионов снял, просто от щитом бегрибом. Они все стреляют и стреляют. У меня же ульт почти накоплен. Я накопил ульту. Капец. Бля, пиздец, они меня все-таки, ну, оттарабанили, но, по-моему, ну, бро, ты видишь, что это вообще такое? Это не гейминг, это не знаю что. Я умру, если сейчас попел. Хорошо, попел. Теперь я вас прошу, чтобы вы мне похлопали. Блин, так смешно сейчас выглядит. На крыше. Давай. Я могу тебя поднять, мужик? Убил. У меня все пиздато. Тучел. Да ёб твою, за что меня постоянно? У меня одна полоска осталась, я ебал нахуй. Хорошо сидим. Еб. Ну точно Шанхай. Снова меня убил какой-то один пиксель. Сверху сидит. Парни, я танк мансую. Как тебе сказать, откуда сверху? Вот там, да, ты уже увидел. Да.
Ну ты видишь, да, откуда стреляют? Да иди! Нет, не вижу. Вон там вот, вот меня вот трассеры, блин. Мне даже граната не долетела. О, нихуя, ты прям ко мне отлетел, отлично. Окей. Ну меня снова ёбнули, Олег. Ну все уже. Я не понимаю, откуда тебя ебут. Блин, ну вот как тебе сказать? А, я внутри здания заспался. Сейчас, вот, давай я к тебе подойду, попробую, если я тебя найду, блядь. Так, это не ты. Ща, смотри. Так. А, смотри. Где мы вообще были? Тут разве были? Не тут, да, блядь. Спереди, да? Вот, вот, вот здесь вот, вот здесь вот. А, вон, вот оттуда, вот видишь, куда я стреляю? Вот туда вот, наверх. Понял? В натуре? Да, в натуре, там люди стоят. То есть, типа, это реальное место. Угу, вот куда ты кинул гранату, да. На, нахуй. Ну, вообще, командная работа, бро. Хуеть, спасибо, блять. Че, мы обратно идем, да? Пошли обратно. Денчик слазит, блять. Сука. Ща террор там нормально, я забайтил. О, давай, давай, долби. Я тебе еще чакры дам, чтобы у тебя скиллы были. А, блять, у тебя такой огромный кулдаун, сука. Я так сказал, что Вадим среагирует сразу просто. Просто так сказал. Да. Быстрее, быстрее. Андре? Вот куда вот бежим? Бежали. Я думал, дай сишку на Олега прикреплю, вдруг прокнет, тут чел из-за угла выходит и взрывает от испуга. Так, пацаны, я, наверное, все. Ну все, блин, это Dork More Like Cop. Винюбло. Я не могу, бля. Сука, за вину. О, нихуя я. С этого винюблох умираю, блядь. На Astra Linux этот, короче, то есть на айтишники ходили, типа всем переустанавливали компы, но мне почему-то не переустановили, я типа оригинальной виндой до сих пор пользуюсь. Astra Linux — это тот альбом Трэвиса Скотта или это игра на PlayStation 5? Ну кто-нибудь посмейтесь, умоляю, блядь. Великолепно. Спасибо, спасибо, спасибо. Слушай, кстати, про Трейсу, в принципе, прям смешно было. У него же Astro World, типа, есть, да? Про Трейсу разве. А, кстати, вы знали, что вот на концерте Трейса там 13 человек отправилось в Astro World? У меня рядом станы, или мне послышалось? Да, Ронин. Ну, если мы, блин, не сделаем. Там без... Ну причем? Бро, бро, бро! Ну нахуй! Вон он не ожидал, наверное. Насадили на буканчик. Посмотрел. Угу. Во, close enough. Сейчас, подожди. Ебать. Андре? Че, прилететь? Андре, реально, пиздец. Давай, 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 ну мы просто убивали там. Пацаны, хорошая игра, я похоже приду к вам. Давай. Давайте, ну там что-то попочти. Ура! Куда он ушел? Спасибо, Андрей. Кто-то съебался. Я ульту, короче, не хочу. Ржут, суки. Моего титана сейчас убьют, ребята. Бля, Эрик, короче, ты сейчас как умрешь, тоже возьми скорча. Сейчас мы все тут... О, ебать. Блядь, я только сел в титана и сдох. Бля. А-а-а. Только он потом нажмет на буковку X, и мы такие, блядь. Ну, мы подождем, и потом еще раз хуйнем.
сейчас не знаю, как эта хуйня с тобой. Наведение пошло. Во-во, все, сделал, все, давайте. Так, ждем, ждем, сейчас, секунду, две. И давайте. Пошло. Полетел. Ну нахуй! Пиздата, пиздата. Сюда, парни, красавцы, люблю вас. Я сам микрофон лучше выключу. Вов, Вов, видишь у Марфа 340 хп? Угу. Видишь вот это вот, да? Которое у Рубика мгновенно кастуется. Да, да. Угу. И чё, убить хочешь? Да я его в соло ебану сейчас, если он не перекачается в силу. Просто Андрей, так много если. Бро. Его санстрайк убьет, по идее. Не, у меня три стороны. А ты экзортовский смерть. Нахуй, блядь, с этого, блядь. Да, я пассивная. Пидор, бля, на мне тут что-то дохуя народу. О, все, пацан, пизда мне, блядь. Сибаца! Да блядь! Блядь! Ну ладно. Андро же как-то на кран забрался. Эрик, давай тоже на кран заберемся, оттуда просто ебанем. Заберитесь, да, сейчас я передислоцирую, ну, чтобы потом... Бля, тут реально вот так тобой... надо, да? Так долго? Ну, зиплайна нету просто. Пиздец. Тут, так, рядом. Эрика, ты не идешь, да? Он не хочет. Блядь! Бля, я иду, 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 я мертвый был. Блядь! Почему вы с Андро ёбнули с РПГ? Потому что там пидорас какой-то с РПГ стоит. Давай дальше лезем. О, оживите 100 товарищей по команде, нормально. Бля, вот мы сейчас так долго лезем, чтобы, да, вот, да, слышу пули, ёбаный брод. А чё за хуй? Здорово. Чё чел сидел, ребят, тут чел вражеский сидел. А, серьёзно? Пиздец. I am as shocked as you are. Вот это, вот, вот это вот сдохнет, вот это. Это Вова мастер. Похож, похож. Да, да. И вот там ему, вот этот значок у него должен быть, да, не флаг Америки, а флаг России, да, да, да. Пока. Охуенно, бля, охуенно, просто я ебал. Не вертолет убил. Где тут вражеские корабли? Там я, Ронин я помню, когда Сандро кто-то ебанул мечом, значит это Ронин? Ронин, да. А почему я его не вижу за колонной? Че он не вылезает? Он за колонной, потому что... Он обреченный, что ли? Да. Да, он горит, вижу. Че сидишь, дура? На! Андрей, иду к тебе. Он, короче, сидел там, высматривал людей по сторонам, а меня не увидел сзади. О, чел, чел, Сандро! Я сейчас помню, как меня спланкнули. Блядь, убил. Окей. Бля, как починку врубить? Сейчас, давай сядем где-нибудь. Надо выйти, садись. Да, на крышу. Вот там хе-хе-хели. Да, там как раз, да, да, да. Еще сделал, блядь. Я успел выйти хотя бы. Давай я тебя... Все, давай шарт быстренько выбьем, Тракса. Погнали. Видишь, видишь, там дамажит. Вот это прикол. Просто какая-то тема на школу у них, я не знаю, просто неудачников по жизни. Блять, Сандро, отойди, отойди. Тоже хочешь остановить? Я не могу турель поставить, да, я не могу. Может, когда спустимся можно? Где вообще, блядь? Охуенно. Бля, Сандро, ебать ты ебучка вонючая, ёб твою мать, блять. Я турели хотел, блядь, поставить. Этот человек при высадке в Нормандии в лодку сел, съебался нахуй. Ебать, пизда. А я думаю, хули в Килфиде, один я смотрю, а дверь за мной закрытая. Они поднимаются наверх, ребята. Эрик, смотри там сколько их. Ты посмотри, сколько их тут, блядь. Давай, давай, давай. Все это резать надо. Я специально сижу на тебе, чтобы на тебя никто... Ой, спасибо, друг. Не, не вылази, не вылази, я типа безумный Джо. Понял, понял, уже поздно. Безумный Джо идет, ребята. Блин,
А, я думал, ты безумный Джокер. Не-не-не. Блин, а... Sorry, I was educating a blank neighborhood. Ну я типа... Блин, я вспомнил эту серию с South Park, где там, когда Картман стал учителем. Блять, да ёб твою мать. Пиздец. Пошли туда, пошли туда. Там зиплайн есть, но нас, скорее всего, ёбнут, поэтому ты первый. Подожди, у меня есть соло, у меня есть соло. Не было шанса, типа, на эскейп. Кроме Тарков. Понял? Ну куда вообще съебать? Я вниз упал, чел. Сука, он в лифте уехал. У Сандры учился, что ли? А ну стоять, сука. И дропнулся просто в снизу. Ребята, смотрите, где я возродился. Я же его найду. Ты думаешь, я его не найду, блядь? Я его найду, сука. Эрик, посмотри, где я. Эрик. Охуенно, что ты там делаешь? Я на Андре возродился, типа. Пизда, тут слишком много народа, сука. Братцы, за тобой. Бля, как же я люблю этот геймплей за медика. Просто левую кнопку мыши удерживать, пока эта полоска не заполнится. Не зря его прочекали. Хок, у меня сейчас коп настанет. Сука! Никто не кроет, что ли? Он так вот придет. Нихуя ты. Бля. Размерялись, блядь, какой же пиздец. И все, и никто не умер. Блядь, на чем именно ржал? Прям смешно, прям хи-хи-ха-ха. Да. Сейчас я пытаюсь вспомнить, что в этой серии вообще было. А, ну я ржал, в принципе, я, ну, мне забавно было, ну я посмеялся про то, что... Ебать я! Про то, что есть. А я в рот ебал ваш первый канал. Я хочу уничтожить технику, бля. Слушайте, а что, в чем прикол этого срава, если я направляю его куда-то? Он у меня в пизду вообще улетел. Он просто взял и улетел в пизду какую-то сейчас. Чел, ты должен постоянно управлять им. Бро. То есть ты должен... Тайдхантер. Не, поджог, походу пизда тебе ебаная. Тут брат, тут пятеро, блядь. На. Ой, ебать, пришел. Блять, Тайдхантер, сука. Ебать! Чё с там, ребят, я нихуя тут не вижу, блять. Да я тоже. Дай, блять, кто нахуй? Первые 4 сезона заебись. А вот 5-6, типа, какая-то хуйня там началась непонятная. И только потом я узнал, что это потому что первые 4 сезона, они как раз по книгам. Первые 4 сезона. Просто затестить. Блять, ты видишь вот эти вот блики? Знаешь, что это такое? Это снайперы, бляди. Кругом, бляди. Почитаю сзади. На нахуй. Ёбаный рот. А где? Чё на базе делаешь, мужик? Блять. Убиваю. Тебе чё? Блять, сори. Слава. Так, этот сейчас с блинка запрыгнет. Есть Равага. Сэмка в инвизе. Тайдхантер один тут, ну тогда не... Опа! Давай! Хорошо! Ой, хорошо, а нам бараки сносят. Кто нам бараки, блять, сносит? Крипы. Маяк. Да-да-да. Ну так тормозит хуёво. Ща. Давай, Эрик, давай. Давай. Ага, молодец.
С ума! Сошла с ума! Мне нужна она, мне нужна она, мне нужна она, мне нужна она! Мне нужна она, мне нужна она! Я сошла с ума! Блядь, это какой-то рофл, я его рот ебал. Попал, нихуя себе. А это хаос. А че он не стреляет? Сейчас начнет. Ну, видимо, нет. Я хуй знает. Он потух, как будто это фитиль был, типа обманка. Да? Это был хаос. Либо кто-то из вас нажал потушить фитиль, либо я хуй знает. Так вот оно что. Просканьте ему же выхода. Чел. Нифига. 9 на 2, 9 на 4. 4. То, ну где? Ну как? Меня подшахали. Эрик показывает, что как будто на нем. Я вот кинул гранату в сторону Эрика. И убил этой самой гранатой, блять. Ебать урона. Нихуя, Никит, 5 секунд, дрова, Никит, стой там. 3. Да, давай, просто иди на них, Никит, просто притяни их на себя. Так, ладно. Блять, как же хорошо. Ну сносите, все просто. Ну сосите. А у Некрофса косы нет еще. Начинайте сосать. О, я вижу ваш вертолет. Там был внизу парень. Я вот с Сандра хочу поиграть. Да у нас сейчас вертолет разъебут, куда ты полетел, сука, куда? Нам пизда? Я выпрыгиваю, давай, пока. Сука, дебилы, блядь. Андреев, в спине! Это скилл. Флешка за счет заведения. Это был скилл. Он там, снайпер. Стреляй по снайперу, Андреев. И своей хуйни. Давай. Блять, ну кто-то другой его вижу, пизданул. А у меня остался один выстрел из этой хуйни. Какой-то... Соси, лох. А, ебать, его после смерти настиг. Просто заметно. Ой, бля. Я хуёво сижу, да? Я вообще хуёво позицию занял, да? Если он через дырок пойдёт, тебе пизда. Ну просто жди, на своё дыхание. Да ты сука! Да ёб твою мать, да как они задрали меня уже, а? Не, пристрелку никак, у тебя только эти деления, типа, есть вот эти... Синдром, надо кого-то из нас поднять. Которые... Или... Я поднимусь сейчас, оставь. Я остал. Все, блять, нормально. Все. Кто там меня стреляет, блять, вообще? Я их там. Ебать, я хедшот устроил.
Да что такое, блядь? Бля, не, ребят, дайте, короче, в самолет сяду и полечу туда. Или вертолет какой-нибудь. Кто со мной хочет? Давай. Блять, конечно, не самолетов не. А, не, истребитель, все, я на истребителе. Пойдем, просто... пойдем со штурмом. Ты никого там не убьешь все равно. Чем мы знаем? Я тебе отвечаю. Бля, и пойдем. Я предлагаю просто штурмовать. Есть, сюда содействуем. Олег, а может тебе в ротик насрать ебать немножечко, бро? Ну чуть-чуть насрать ебать, в ротик. Ебать, Андрей, я это видел через прицел, это было охуенно. Братан, ты подставляешься, это пизда, я заебался. Мы в этой линии не умираем, блядь. Но ты к ним тоже... Так ты долбоёб ебаный, ты крипов не фармишь, нет, нахуй. Нет, почему пачки собираются, блядь? Я лову не могу получить, блядь. Ну это что, моя проблема, блядь? Не подставляйся, нахуй, стой аккуратно. Ты заебал, сука, блядь. Ты тупой ебан на стрип, блядь. Я тебе ещё раз повторяю, ты ебаная лошадиная ебала, блядь. Мы тут не умираем. Но ты каким-то образом умудряешься сделать так, чтоб мы сдохли нахуй. Штурой сейвол! Ты еблан, блядь, тупой нахуй! Фантом просто прыгает с тремя стаками крипов! Нюхай, тупая ты ебаная тварь, блядь, сраная, уёбищная! Твали, басос, нахуй! Стой, Икспу, нюхай! Ёбаная ты шлюха потасканная! Я ещё раз повторяю, мы тут не умираем! Но ты умудряешься за так, чтобы мы сдохли вдвоём, блядь! Мы не дохнем! Не конечно, дохнем, не дохнем, всё! Блядь, но ты дохнешь, блядь, почему-то, да, блядь? Козлов сказал, что он готовится. О, я поднял, да. Меня поднял. О, он чего? Ой, ёб твою мать. Готовится к завтрашнему дню, хотя я не понимаю, что он готовит. Господи, что я сейчас сделал, блядь? Ну, да ёбаный, блядь, этот... пакет лос, нахуй. Соник, что ли? Нет, не сегодня. Okay. Попал он, наверное, в ногу какую-нибудь еще. Убил, попал, да? Но не убил. В башне второй должен быть. Я хилюсь. В башне, говоришь? Возможно. Да, там окно открыто. А, оно было закрыто, когда я смотрел. Упал. Уже улетел, там пошел. Ну, во-во-во, нормально, нормально. Он нихуя не дамажится, ну, почему-то. А, потому что его взорвали, блядь. Даже ачивку дали. Попал, ага. Попал пару раз. Когда смотрел видеожурнал «Каламбур»? Знаю. Давай, я прям на него вот так вот смотрю, давай. По физике. Он в нас я стреляет, но мы просто так не дадимся. Давай. Я умер от того, что в полете въебался в стену. Нахуй. Их там двое, нахуй. Сука, не в тот момент возрождаетесь, пацики. Я живой, блядь. Эрик, чини нас, если можешь. Эрик, чини, я чини, не чини, могу, чини. Не могу, не могу. Сука. Сандро, ты разведка, да? Я бля, стреляю. Два хп у нас. Как только они посмотрят нашу сторону, бля, у них тоже пиздают. Не больше хп, чел. Как ты думаешь? А, да нихуя у них половина хп. У них... Сейчас у нас... мы регенимся уже. Меньше. О, нас чинит, чел, хорош. Капец. Блять, это война, это уже объявление войны. Стелс на вас разворачивается. Да. До него бы нас разрывнуть. Давай. Стреляй. Есть. Попал, убил. Молодцы, ребята, хорош. И это говно туда же. Стреляю. Так, блять. Пиздец, вот это, сука, битва. Вот это битва, блять. Чел, это пиздец. Это пиздец. Я не ожидал, что так интересно будет в игре. Ебать, он застрял. Почему? Вы что, проиграли, что ли? Или что такое? А, у меня просто лагало. У меня в воздухе застрял просто, это чел. Нет. Опа. Блядь, перегрев. Пизда. Ну, ребят, на мужика, блядь, потому что. Вот так, нахуй. Ебать, чел. Все, возвращаемся домой.
контр, видите, под нами там. Вижу, вижу. Старайся подлететь к нему. Сдели нас, все, хватит. Все, да, задирай нас. Попал. Блять, перегрел, ну нахуй. Промазываю, мажу. Да, как хорошо, далеко. Что у нас чел, который нас чинит. Блять, чел, это вообще кайф какой-то. Да, сейчас я полечу в его сторону. Че-то против двух самолетов, конечно, было сложно, но... Ну, он вертолет, в принципе... О, видите, чел падает. Встал. Кондор падает. На него что-то есть вражеский? Нет, нету. Все, он пустой, да? Тогда убивайте просто этот, людей здесь на крыше. Вон, вижу, слева снизу там чел был. Да? Я ранил только. Ебать, это миссия из Call of Duty какая-то. Молодцы, хорош. Это что за... Вижу. Убил. Еще. А, это наш. Опа, вернулись истребители, в скобочках, истребедики. Это наш, это наш. Не-не-не, ты что, смотри, вот даже вот на меня летит, а я такой, опа. О, это вертолет? А, это вертолет. Вперед. Стреляю, попал. Вот еще истребитель по нам стреляет. Блять, за 90 минут. Хорош. Убили вертолет, отлично. Хорош. Самолет не вижу. Я больше я никого не вижу, если честно. Куда он подевался? Может, не выше нас? Сейчас я вот смотрю в третьем лице. Опа, вон. Сейчас я метку дам, если смогу. Вот, блять. Попал по мне. Видите, да? Полетели. Андрей, что, Вадим? Знаешь, ты знал, что сжатым воздухом можно стрелу отразить? Направить. Да. Теперь знаю. Ну, снаряд. Я только сейчас. Ну, потому что ты типа в обычной катке, конечно, хуй сделаешь. Попал. Давайте, пацаны, давай. Попал. Типично нейтрализована техника. Спокойно. Опа, перед нами. Да пошел ты на... Попал. Не вижу. Оба сверху, прям вот сверху. Они очень-очень высоко, очень да, высоко. Да. Бля, вот это пиздец. 800 метров, нахуй. Сука, что это за вертикальный бой такой, блядь, что... Поднимайся, ты еще пойдешь, блядь. Это правда, я даже не заметил, спасибо. А, ебать. Че, это War Thunder какой-то уже, если честно. Да это не War Thunder, это пиздец. Тихо. Это вертолет. Вот, кто-то там запустил ракету и убил? Убили, по-моему, да? Да, убили этот истребитель один. Перед нами, над нами самолет. А под нами, блядь, тихо. А понял, вижу, блядь, бронированный урон вертолет. По технике есть. Это все? Вон и Кондор. Где? Блин, слышу бип-бип, но... Ага, вижу. Я пометил. Опять подальше. Кондор. Вон, ты еще... Летим прямо на Кондор, погнали. Что-то по Кондору попадаем, это хоп. Сзади, истребитель. Кондор уничтожен. Да нихуя не уничтожен, ты че, блядь? А, не уничтожил, он просто обуглился у меня почему-то. Попал по нему. И попал. Долби, говно, давай. Блядь, не могу теперь целиться. Оп, Кондор взорвали. И попал, это снова по, наш чел из нашего попал, отряда. Попал по... Так, а, о, все, победа. Нихрена себе, блин. Ебать, это охуенно. Вот это сейчас пиздец просто. Бля, еще 43 тикета. Да мы, блядь, половину тикетов разъебали, наверное. Хорош. Карта нахуй вообще. А вы смотрели такой неизвестный мультик? Называется Рик и Морти. Скорее всего, вы о нем не слышали. Это очень умный мультик. А как же побег из курятника? Нет, побег из курятника все знают. Не забудь про этот мультик. Бля, чё так далеко-то, ебаный брат? Смотрите, эти два босса как яйца. Типа левое и правое яйцо. Болсек, типа. Спасибо, что перевел на английский. Ну, это... Мошонка. А, техника сама восстанавливается через после какого-то времени? Да. Ебать. Мы же вроде это обсуждали. Ебать, вот это я сейчас по физону развернулся, пацаны, вы увидели.
двигаться. Так, ой, вижу, вижу истребитель. Истребитель видишь? Вижу. Давай. Ща, целюсь. Вне зоны действия сети, не абонент. Попал ведь, да? Еще вертолет, вертолет впереди, да, попал, попал. Все. Вертолет впереди, вон там вот. Я вижу, все. Все, все. Бля, ну да, воздушные бои. Так, все, отлично. Так, ща, облети здание. Направо. Блять, аккуратно. Ёп. А где вертолет? Я не понимаю, просто мне еще... Тут нельзя камерой как... Вон он. В любой другой нормальной игре, типа, ну, смотреть по сторонам. Да. Вон он. Пидор! У тебя сколько выстрелов осталось? Да, еще два. Сейчас он облетит здание. Давай, давай, цель, цель, цель. Выстрелил. Пошел нахуй. Отлично. Разъебаторы. Так, еще. Попал. One. Так, крови не вижу. Второй тоже лоу. По обоим попал. Ага, ееее. Альтер 10. Блять. Помнишь, есть карта, где в качестве вагонет там такая херня с зубами? Вот, а тут типа грузовичок, и он катается по Гаване. И че? Типа всякие машины. Интересно, городская карта. Очень интересно. Для Сандро, я не понимаю, нас вообще долго так пидорить будет? Я тоже не понимаю, мне еще вырвет на. Я тоже. О, о, смотри, дрончик тоже. Да-да-да. А это вертолет. Отлично. Ну все, теперь можно, в принципе, съебываться. Можно меняться, если хочешь. Бля, Андрес, столько сочных девочек в московском метрополитене. Это пиздец. Кстати, сказал мне еще деды, говоришь, типа, вот когда я на бейсболе буду, типа, там девочек много красивых. На камерах, да, там дохуя девочек красивых, а рядом со мной там либо дети, либо какие-то, блин, не очень, скажем так, красивые девочки. Нет, здесь пиздец, чувак, просто. Я сейчас иду и просто, ну, буквально каждая вторая. Кайфарик. Единственный минус женщины, то, что на улицу надо. О, Александр, ты видел? Да. Я убил дрова. Я дрова. Услышал. Угу. Он на улице где-то был. Вон он по твоим улице. Ногами. Блин, ну лютый, лютый. Вон он. Да, лютый. Вон он. Правее. А. Все, пиздец. АТКГ. По дереву, кто-то в доме. Ебать, фликанул. Кто-то в доме был. Вот! Вон он! Пизда. Давай, 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 одна пуля. Андраджан. Ща, 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 Никит. Есть, все. Ебать. Ебать, ты нахуй устроил им это. Пиздец, армянская резня, блядь. Ну или так, да. Фу, что улетаем. Ау, ау, ау. Справа истребитель. Введение. Вне зоны действия сети. Не видишь его? Блин, куда, куда, куда? Ты не видишь его, что ли? Сверху, вот прямо наверху. Он слишком высоко. Сейчас уже, да, ну. Так. За зданием. Вот, вижу. Все, он использовал ловушки, все, это наш, наш пацанчик. Давай, в сторону. Есть пробитие. Отлично. Он, видимо, выпрыгнул. Нет, нет, нет. Сейчас я не иду с ними. А, ебать, тут нет, тут часть, короче, вагонетка, часть на мотыль там. Сука, у меня откатилась. Сейчас, сейчас, сейчас.
Пошел отлично. Нахуй. А, блядь. Ты его убил, да, отлично. Да-да-да. И вертолет. Вот там вертолет. Ага. Вертолет. Блядь. Ну все, у меня закончились патроны, ну нормально. Выйди, блядь. Айс, 30 секунд осталось, пойдем уже. Ладно, пойдем. Он нам сразу впритык справа. Ну куда вы пойдете? А, ну да, ладно. Быстро переобувься, ты дать. Я просто на секунду забыл, что это последний раунд, блядь. Нихуя. Дань, давай, давай, Андре. Это Андре, блядь, а не Дань. Найс. Ну, тем более. Тут быстрее, планти. Пеешь. Хорош! 9 патронов. Давай, Андре. Нормально. Хорош. Блядь, что? Да ну нахуй, блядь. Вон там стоит. Это турель, что ли? Да, я по ним стреляю. Сейчас дай починюсь. Я чиню. Че оно так еле-еле чинится, блядь? Может, винты сломали. Какого хуя произошло? Сейчас макак он вернется и дадим ему пиздов. А, блять, а я думаю, чё ты не прыгаешь, сука. Блять. Сорян, сука. Ты имеешь в виду. Не, ну подожди. Я сравниваю совсем не форматы шоу, а только гостей, которых они туда звали. Ну это одно. Ой-ой-ой, как я сейчас сделал, бля. Эй, или что? РПГ. А под нами. Подлетим вплотную к вертолету, чтобы ты его с РПГ ёбнул. Давай. Ебать вас плана. Бронь. Эрик, твоего друга убили, поэтому как раз вот этот СВО Хантер, блять. А я сейчас похилю, а ты возрождаешься на мне. А, ты полетел дальше. Угу. Только у меня последний выстрел на этом. Где наши вертолеты? Бро, этот выстрел будет для этого вертолета тоже последним. Стой же! А, понял, там. О, нормально, мы челу дали возродиться. Давай. Да, блять! Ну, ну да нахуй, видел. Ну да, блять, а потому что мы геймеры ёбаные. Вот так вот нахуй это делается. О, чела сбить можно. Опа, отлично. Блять, сука. Я сейчас напишу, я просто, ну, я в этом, в меню дислокации, я смотрю на карту, ты едешь со своим лами, говоришь, типа, можно чела сбить, и как только ты его сбиваешь, иконка лава просто упёздывает назад, как будто ты отскочил от стены какой-то, блять, а не чела задавил. Куда прешь, Лея? Все, смотри, дай починю. Сзади. Блять. Больше никого не вижу. Опа! Внутри! Кто-то здесь решил, видимо, казак отплыть, я смотрю. А, пчел на мне! Чел на мне! Че, на меня побежит, нет? Мы друг друга убили. На мне, хуй, я не попал по нему. Вижу. И не попал опять, сука. Меня просто зарезали, блять, откуда. Так, сука. Окей, хоть так. Там двое наверху, он поднял, скорее всего, друга своего, а не да, вон там на балконе. Так, вот так он фликует, блять. Вот видишь? Вот так. Хорош. Он нахуй фликует. Это говно. По-моему, блядь. Больше никого нет. Попробуй меня поднять. Не знаю, полная. Че, я собаку заказал, подожди. Иду. У меня с песиком. О, нихуя. Поехали. Опа. Пес за мной. Блять, я случайно налево дернул. Там чел. Максим Сира. Я думал, это Максим Цыпа. А.
Тут еще звук, когда люди попадают в винт. Такой звук прям пиздец. Ребят, я сижу на танке вражеском, они не знают, что я на нем сижу. Ребят, я, блядь, свой среди чужих. Ребята! Ребята, блядь! Ну мне кончились патроны. Лечу. День 52, они не знают, что я тяжелый, блядь. Ты в бою, бро. Давай на Сандро. Давайте, пацаны, водись на меня. Почему ты вылез? Меня убили. Блядь, как у тебя труп смешно упал. Сандро, сейчас он к тебе приедет, я тебя возражу. Не, он к тебе не приедет. Эрик, стреляй в меня. Я не могу, бро, я далеко. Бро, я не могу в тебя стрелять. Че, ты ему просто под сраку дал или че? Я выстрелил под тебя. Хорош. Последние слова. Ребят, не поминайте меня лихом. Это прикол. Ну, должны были меня убить, а не тебя. Ну, убили. Их двое. Спереди, перед нами. Видел Лондра. Обоих убил. И меня. Раз, два. И Сандро, да. Ну, все равно, по-моему, разъебчик. Да ёб твою мать, Сандро, он меня опять убил, да, убивай его нахер. Прям на этой смотри, скале. Смотри. Сейчас. Смотри. Блять. Ладно. Охуенно. Сейчас. Испарился. Нормально у меня это курьерный. А не курьером. Курьер прикольный. Лучше. У меня курьер собачка Пуджик. Ты видел, как он называется? Как он называется? Сейчас посмотрю. Хороший курьер, ты знатный, да? И ты маму мав? В окне двое. Простреляй, Андре. Давай, на мужика. Так вот, типа? Да, ну простреливай. Ну, с дигла. Да. Коннектор ушел. Давай, Андре, на мужика. Блять, сука. Джангл один. Ой, блядь. Прости, пожалуйста. Я тебя прощаю. Ну, слишком так близко должно быть, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой. Ты видел сейчас эту хуйню? Так, наверное, не вот видел. Да. Ебать. Я его краем глаз. Чё? Ура! Бля, тут тоже ещё хп нет. Мав сзади. А нам танк стреляет маленький. Выезжаем. Возьмите. Типа спасение Underworld. Ага, вот мах там на один, ребят, можете расстрелять его как-нибудь? Сейчас меня качек перестанет. Сейчас, Андре, хочешь? А что на G? Давай. Скан вокруг себя. Ближайших врагов. Блять, меня сейчас вырвет.
Случилось кое-что похуже. Пошел на. Ну, Дань, ты сам видел это фиолетовое стекло. Давай, я с тобой. У меня чмо. Что, типа хилится все время? Надо попасть в вертолет. А вот куда я бегу? А я вот не вижу его, кстати. Но он сзади, там, мы его сейчас никто не видит. Я вот облетел из-за холма, нет никого. Леандра. Вон, вылез, блядь. О, вертолет. Да ладно, я жду его по стене прошел. О! Блять, его как так резко из нормальных людей в казахов переквалифицировались? Скажем. А их размутить можно? Вырисишь, поймешь. Пиздец. Че за хуйня? А им штраф не дадут за такие войсы? Я не знаю. Кирим, Кирим, Альфанаги. Бля, Кирим. Я же угадал, что вы казахи. Бля, завали ебаными туркмени. А, ты пошли бы нахуй тогда, тем более. Бля, тихо, тихо, родной, тихо. Кто ты воин? Заебали, трогай, где камай, да? Алло, друверда. И чинцы, там оно. Ладно, ладно. Все, я уеду. Хорошо, парень. Я пойду на визу, давайте. Хорошо. Лего ТП-ТП. Дуэль на ебашму. Сосаид член. Дышь. Чего? Сосаид член. Дышь. Знаешь. Иди чё дальше. Эй, бля. Антонка. Лего. Чё? Это Фред Фазбер? Да. Зачем ты пиво сломал? Бля, как на туркменском привет? Ты привет. Да, сука, да знаю, твоя моя шлюха. И его трахнул за копейку. Эго, уйди. Надо. Killing spree, заебали! О, Кирим, герой на Урша, Урша в НМ. Меня Урша, мах ли тебя скинь, я им считал тебе шрот. Урша, а? Вот это! Кебаб за 100 монет. Эй, ты слышишь? За 100 монат. Эй, голбой. Лего, ты кто я, знаешь? Кто? Я братишка Джон Синса. Да ну нахуй, серьезно? Бля, ну круто, круто. У нас Гуля саппорт. Он во мне сидит, ему похуй, с Владимиром. Щеки бери туалет. Я бегу. О, он Эдюльмеро. Клинкс, уф, легионка с Тараской. Блять, ну все, Клинкс, прибали момент. Ой, айда! Гуля, заебал ты во мне сидит, мне уже очко болит, вылазь.
урячкошник, что ли? Да, пьемы? Йо-йо. А, он еще кибит в туалет. Скорость, смотри, пробу. Это? Турболитинг, 500 тысяч. Реально, да. Лего, можно один вопрос? Да, можно, что такое. Фотка, нормально, скажи, окей? Ну, ну. Лимон кислый или пизда? Че, блядь? Лимон кислый или пизда? Че это значит, блядь? Вопрос. Лимон кислый или пизда? Да. Ну, пизда. Скажи. Ой, блядь. Я еду на кое-чем покруче. Pull up in the tank, а ты в танк опять? Почти. Андрей, давай бы один заплатил. И ты маму мав? Сейчас, подождите. А, я понял, на чем ты едешь. Сейчас, подожди, подожди, тут у нас битва. Не на жизнь, а на смерть. Ща. Не стреляй в него, не стреляй. Подожди. Это моя война, это моя битва. Ща. Ладно, я тебе не буду мешать. Да, где он тут? Он тут? Да-да, ща. Ща. Ща, подожди. Ща. Он под камнем. Подожди, не стреляй. Не стреляйте. Ну ты, Эрик, это не я, гнидор. Эрик, ты реально гнида, блядь. Ёбаный, бля, ну, сука. Дима, это специально будет. Что вы решили? Да, у меня тоже. Пинг 300, у меня тоже, да. Я не могу двигаться нормально. У меня тоже самое. Пинг 400, 500. Да, пинг с трипл диджитс, да, все пишут. Бля, я вижу, как Сандро, сука, еле-еле бежит. Давай. Давай. О, нормально. Ёбаный в рот. А, все нормально. Все нормально. Уф. У нас дрончик вижу кто-то. На дрончике. Кто на дрончике? На дрончике. Рандом. Наш чел, охуеть, очень серьезно. Ну ладно. Ебать мне костюм этого Спайдермена черного. Кипотик. На-н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 а-
Блять, он вы. Ему, видимо, не понравилось мое пение. Я в броулер сел, блять, он технику на маяке заспавнил, блять. Заебись нахуй, что сел. Ща выйду. Ебать, мы тут едем, ебать. Бля, Андрей, ебать ты, это хасанер. Да-да-да, сам еба. Там лад справа. Ты видел с Андро этот ебанутый сальто? Ладно. Давайте на С2 поедем. Вот спереди танк с Андро. Хорош? Да, дает. Не понял. Попал. Это я тоже не понял, там у меня да, синий. Да, смотри, я прям над ним, прям да над выйди ним. Выйди, я нас позаспавнюсь. Так, что было, блядь? Я моргнул. Я танк спиздил. Хорош, 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 хорош. Депчин, депчин, депчин. Давай, все, я убил. Машина едет сзади, ребят, бронированная. Бля, я как репортер на вертолете летаю, никто на меня внимания не обращает. А если... Где он? Все, пиздим, пиздим эту хуйню. Бля, мы же ее взорвали, мы ее взорвали. Блядь, Сандрок, а ты можешь как-то... Как-то залезть? И типа... Сейчас, дай попробую. Ага. Блять! Ну... А вон, ребят, там на Б3. С друзьями. Там чё? Вижу на Б1.
Прикинь, сейчас охуеть. Я его лопастями хуйнул и так. Ёпта мать, плантинг бомб. Еще один хуй в кичне. Yeah. Нормально. Так быстро спавнишься. Че, не хочет с друзьями играть? А ты гоняешь нахуй, касанер нахуй. Так, ну это чё, вот так вот. Опа, Сандро тут на бочке, на коробку. Где он? Куда он подевался, блядь? Я не знаю. Там даже мина стоит сзади, он ее поставил. Несколько мин, куда он подевался, блядь? Ну ладно. В этот раз ты будешь там жить. Там впереди кто-то был. Давайте посмотрим. Вот, в доме. Да? Убил. Молодец. Хорошо. Хватит. А еще один где? Да и хуй. У нас, кстати, ладно, все... стоп! Да. Не, пойдем, ладно, пойдем, на там отхватывают. Блять, справа, справа, хуй, справа, хуй. Чем? Чем? Валим, валим, валим. Валим, 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 валим на гелике. Их там дохуя, их там дохуя. Тут пиздец, да, еще тут перед нами прям. А уж подожди, почему написано в смятке Underlord что-то? Well, guess who has two thumbs and is the motherfucking genius of all fucking geniuses. The virus is... What happened to you guys? Лежи, мой жопы. Я так представляю, как французик говорит эти фразы. Цвет детской неожиданности. Прочарашим сразу на Б1, потому что нахуй нам тут стоит, потому что большая часть людей здесь останется сейчас. Чего? Че ты хотел прочарашить? Че ты ржешь? Блять. Вадим, че ржешь ты, блять? Все побежали вперед, кой, да, ну, нам друг говорит, типа. На, не писать не надо, и сразу на бэтку. Да, окей. Побежал, вернулся, блять. То есть пидорас там кто-то у нас, да, наш? Да, я пидорас. Ебать вы кончушки, я это увидел, ребята. Я вот на цель лечу на парашюте. Я еду. Да почему? Да почему? Давай, дай. О, так, по-моему, это раш, да? О, уже вот залазит. Ну, а вот так вот это делается, потому что. Просто стреляет. Контр в контр надо. Да. Когда он летит, там тоже жопа полетел. Ебать. Нихуя себе. Ну, воруем Кондор. А, ты решил в этом Бамблби побегать. Да, я там, ребята, я там бомбу активировал, лети сюда. Адскую. Эрик, с тобой все нормально? Там... Да, Эрик, ты что-то плаваешь почему-то у нас. Да? Да, ты реально плаваешь. А если вот так? Блядь, ебать! Ну что, мужики, поплыли? Поплыли, зона. Бля, прикольно. Бля, мне вообще... Максимак, у них тоже титан? Мне нихуя не выпадает с этого ебаного каравана. Вообще, блядь. И тебе одному. Зато мне, блядь, посори нахуй.
Куда? В Стиме, блять. Уже сказал. Симур Мисерханов, блять, выпал. Уже нравится. Где посмотреть? В Стиме, блять, это Симур Мисерханов, сука. Блять. Ну да, Симур Мисерханов. Сейчас, секунду, я это... А можете подсказать, пожалуйста, сладкие мои, как назывался перк, который подсвечивал... Зоркий глаз, он в самом низу. Или, а, я думал, я... Да, он вот должен... зоркий глаз, да. Дротики тоже, о, все отлично, один стоит. Да, я тоже возьму, что ли. А я как раз, вот помните, в начале, когда ты спрашивал, он на дротике тоже работает? Работает? Да, но да. Дротики. Да, 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 там да, добавили, там написали, да. Я отменил, ребят, сори, я тоже зоркий глаз себе возьму. Нажмите еще раз, пожалуйста. А, вы сейчас, ребят, подождите, я зоркий глаз брать не буду, давайте нажимаем. Это раз. Че, ты какой-то сегодня веселый, Андре. Угу. Давай, Сергей, поставлю то, чего у нас не было. Бля, прочитал там карта Хали. Ладно, Жень, пойдем, я с тобой пойду. Веди. О. Applejack это документ. Это пони. Это пони. Applejack это пони. Хорош, хорош, пацаны. Показали все, знания. Все хуйни. Педики сразу же выслались из ног своих, блядь. Моя любимая была, конечно, ну. У меня пинки Rainbow Dash. Объективно говоря, я недавно смотрел этот кастинг с Вудманом. И он там какую-то русскую бабу ебал. Пьер Вудман, это кауч кастинг. Знаешь, такая хуйня там. Это порно, откуда ну, на все актрисы чувак, приходят. Да. Да, это очень знаменитый чел, который продвигает очень много девушек-порно-актрис. И с него все начинают в основном. Мне лично не понравилось последний раз, когда я смотрел, потому что он там русскую девчонку драл. Но он прям неуважительно это делал. Так что я Иванов. Лежи ему жопа. Ну он прям такой, типа там, русская сука, там что-то такое. Я думаю, вот ты, блядь, неуважительно относишься, конечно. Так что я тех, кто комментирует с этим, с... Русский шлюх. Эй, девушка, красавица. Да он реально так говорит, чел. Ты посмотри, хоть одно видео с ним. Посмотри. Как он там говорит, типа, раздвинь свое очко. Типа, блядь, с французским акцентом. Мне не совсем это не получается. Ну, блядь, пиздец. Ну, короче, мне не понравилось, он прям, ну, я досмотрел. Так, Эсунэм Канкуми Анурдж, Варси Масин Луру Мунч, Мяботтихч Гишер Гунтацэм, Хишелу Хамбют Клацэм, Эсунэм Лок Эс Айс Кэнкун, Им Сирахар Такструм, Эскес хамар кэнким им ктам. Окосус авери хэт аменур эск гам. Бля, как же душевно, сука, хорош. Что делаем? А, я выкинул Смотри, гигл! Выхожу в мид, даю хэт. Три, два раза, совершенно пидорас. Изи. Блять. Вот и сука. Смотри, выхожу в мид, даю хэт. Ну да, давай, раз, два, три, тапчик в голову. Блять, я сам себя зафлешил, я бы его убил. Дурак, хуйню сделал. Ну давай, Дань, тапчик в голову. Раз, два, три, пошел. Да блять! Ну сука, там прям рядом летит. Ну ебаный ты в рот. Ну, я боюсь больше так, не надо. Ну все, Даня, один выстрел, один труп. Раз, два, три, пошел.